Салам алейкум, приветствую всех, кто смотрит мой канал Хуан 4 Семерки. Сегодня, как я вам и обещал, мы вместе прогуляемся по замку. Конечно, мы видели разные видео, разные фотографии. Это были замки, которые популярны среди туристов. А сегодня мы с вами посетим необычный замок. Этот замок необычен тем, что он назван королем всех замков Великобритании. То есть самый главный замок. Называется он Бамбургский. Был построен в 1164 году. То есть основная башня, основная крепость была построена почти 9 веков назад. Итак, идем вместе. У меня в руках настоящая кольчуга, она очень тяжелая, вот она, и весит она около 25 килограмм. Вот такую кольчугу носили рыцари.